Чё, иду, короче, на босса с неполным хп, с четырьмя фляжками. Посмотрим, что будет. Ну, я, наверное, фляжку одну выпью. Ну, там, наверное, можно применить вот этих гавриков. Я их, конечно же, применю. Я же говорила, что здесь босс. Поехали. Так, а чё я меч-то не намазала? А, у меня все, у меня маны. Хреново. Ой, а чё так мало хп? Хп сношу. Это прям мало. Почему? Так, что-то я снесла. Подожди. Сейчас пошло нормально дело. Пошло нормально. Окей. О, ну все, тебе конечку. Эх. Кристаллиц, блин. Что-то кристаллиц подкачал. Кузнечная колокольная сфера рудокопа. Что это такое? Сфера рудокопа. Кузнечная. Где она? Блин, я так фляжки и не распределила. Это не добавила. Так, вот она. Дайте старым служанкам, близнецам, чтобы получить новые товары. А у меня еще как бы нету этих служанок, близнецов, кажется. Колокольная сфера рудокопа, который некогда занимался добычей кузнечного камня. Приложите ее старым служанкам, близнецам в крепости круглого стола. Так у меня их нету. Чтобы получить доступ к следующим бредам кузнечный камень 1 и 2. А, да ладно, это же офигенно, если можно будет покупать кузнечный камень. Пусть даже первый, второй, но как бы это круто. Так, и все, больше здесь ничего нету. Звук сделан тихо, а булькает на полную. Не знаю. Что за булькает? Блин, у меня батарейки сели. В смысле булькает? А что за бульканье? Я не слышу никакого булькания. Я слышу только звук подписки и все как бы. А что за булькание, я не знаю. Так, надо сейчас на зарядку поставить батарейки. Одни вставлю, а другие на зарядку поставлю сейчас. Ну, в принципе, видео на этом я заканчиваю. Такой босс, как бы. Поначалу что-то, видно, надо было ему что-то пробить, я как поняла. Какую-то броню или что. И после этого он уже легко бился.